Дорогие братья и сестры, особенно дорогие друзья, жены, в конце этого дня могу себе представить, что некоторые из вас себя сейчас чувствуют, как после церковного марафона, в середине, с утра, почти все время здесь в храме, сколько уже молились, сколько сегодня слышали о Боге, о церкви, о духовной жизни, сколько еще можно. И одновременно вот осознаем, что совершение Святой Евхаристии, Святая Месса, это не просто что-то с течением всего этого. А здесь мы на вершине, здесь мы на источнике нашей христианской жизни. Может быть, мы уставшие, это не грех. Но хотелось бы, чтобы мы, все, которые в сознании, чтобы мы сознательно совершили нас такой акт сбои, в котором Богу и себе вот говорим, я хочу быть здесь, сейчас. Господь здесь, сейчас, потому что хочет и потому что любит нас. Сегодня день святого Иоанна Марии Вианне, то есть французский священник в прошлом веке. Мы его знаем как православного пастыря. Знаем что-нибудь из его жизни, то есть знаем, что ему очень тяжело было учиться, то есть он не был отличным на Володьском канале, несмотря на то, что все-таки не совсем плохо учился. Но и в связи с тем, что в нем не видели какие-то там особенные дары его, поставили в маленький городок на юге Франции, именно этот Анс. И там вот той маленький храм, в котором было пусто. Он там совершают и все истины, нередко, то есть в первое время, нередко в пустом храме. Люди не пришли. И что он сделал? Мы, вот, потому что хорошо воспитаны, мы сразу отвечаем, автоматически почти отвечаем. Но, наверное, молился. Ну, правда, он молился. Но не там, не стали этого. Что мы делаем? Thank you.
души не успели молиться. Они начали забывать, что в нем и что кто-то еще живет с Господом. Он, значит, вот не представил с какими-то талантами, а на искренность. Однажды вот он проповедовал 15 минут без Бога. И знаете, что он проповедовал? Два слова. Потом мы сказали, все прихожане, он здесь. И перед паузой. Несколько минут. И потом еще раз сказали, он здесь. Но он это сказал с таким не удалением, как артист в театре, а так от сердца, смотри, что люди ему поверили, именно вот это. Он здесь. И после этого проповеди точно можно было сказать, там, что только произошло сердце людей. Просто от этого он здесь. То есть он сам был так восхищен присутствием Бога, что он больше не мог сказать. Другое показание дал родителю. И это одна из его, может быть, самых сильных проповедей. Конечно, он действительно, и кроме вот всего этого, он молился. Молился он не как, мы сказали, как фарисеи, которые исполняют свои обязанности. И среди нас это иногда, скажите, бывает. Но мы знаем, что нужно молиться. Когда не молишься, твоя духовная жизнь, твоя жизнь с Богом исчезает. И многие из нас из личного опыта это могут подтвердить. Когда длительное время не обращаешь внимания на молитву, когда не молишься, когда Бог исчезает в твоей жизни на самом деле. Муж и жена, когда очень общаются между собой, они отдаляются друг от друга. И в какой-то момент он исчезает один из другого. Вот и так эти компании, я не могли просто обязанности, сегодня что еще надо читать, какие молитвы надо читать, когда суд молит, или когда экзамен предстоит, и так далее. Я это спрашиваю. Читать молитву, может, и ответить. Я говорю, не он останется, он ответит. Молиться – это что-то другое. И он молитвенно умел молиться. И поэтому он умел воспитать семью своего прихода. И поэтому он мог передать эту любовь, это отношение к Богу своим прихожанам, да, всем. Говорят, что Арс обратился целым прихожанам от этого священника. Я думаю, вот коротки, или хотя бы дома, или хотя бы квартиры, или хотя бы семья, может обратиться действительно от молитвы, от умения, от способности молитвы одного человека. Мама, папа, ребенка. Не важно, каждый мог бы, ты мог бы.